На заключительной в этом году сессии законодательного собрания края окончательно принят краевой антитабачный закон. Он был разработан в дополнение к федеральному и ранее одобрен красноярскими депутатами в первом чтении. По этому закону запрещается курить на открытом воздухе в районе парков, скверов, набережных и мест для проведения культурно-зрелищных мероприятий. Депутаты долго спорили, нужно ли выделять курильщикам специальные места, где бы те могли подымить. Прийти к единому мнению не удалось, поэтому решили проголосовать. 16 народных избранников высказались за размещение мест для курения, 18 против. При этом некоторые депутаты остались недовольны таким решением и заявили, что останавливаться на этом не будут и вновь вынесут поправку о необходимости курилок на рассмотрение законодательного собрания.